года. Друзья, нехилый список, но я надеюсь, что здесь есть те, кто порадуется этой номинации. Итак, первая команда года – Александр Гудков, Филипп Киркоров и Иван Ургант. За хайповый клип «Цвет настроения синий», конечно же, вы все поняли. А российская сборная по футболу за невероятный успех на чемпионате мира по футболу. Усы надежды и сказку для всех. Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева за успехи смешанной команды по синхронному плаванию. Российская женская сборная по пляжному футболу. Здесь? Здесь! Да. О, прекрасно, девочки, но у вас все шансы. А, за первую победу в Кубке Европы, правда? Да! Поздравляем! Браво! Такие хрупкие, а такие сильные. Господи. Это жизнь. Максим Фадеев и Тимати за шоу «Песни».